Ну что же, всем здорова, с вами Дэшерк, и я продолжаю прохождение игры Ratchet & Clank. Ну так вот, Thruster Pack, так, ладно, неважно. Я не хочу говорить, что было в прошлой серии, так как я с этой частью накосячил. Это перезапись. Я воистину рад, что я человек предусмотрительный. Я заранее делаю два сохранения на случай, если с записью что-то пойдет не так. И вот, знаете, дело в том, что я пытался записать при помощи ПК. Мне кажется, все-таки, что микрофон будет слышен с телевизора. Ну, в принципе, не должно. Да ладно. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну-ка вот, давайте-ка я помолчу, я хочу посмотреть. Нет, идет пустая звуковая дорожка, так что все норм. Я тогда задолбался записывать отдельный звук и отдельную игру. И решил сразу все записать на компе. На компе идет задержка. Мне задержкой писать неудобно, так как я, как истинный кретин, говорю такие слова типа «пужок». Хобана убил, а это будет происходить только через секунду, а мне-то нафиг не надо. Так, тут золотой болт, как его достать, я уже, естественно, помню. Я теперь полностью знаю, какие угрозы меня тут ждут, точнее, как сказать, возобновил свои воспоминания. На тебе, их тут, кстати, чрезмерное количество. Тут просто можно стоять и во всех шмалять, они, мне поначалу казалось, что они тут бесконечные. Но нет, все-таки они имеют свой лимит. Кстати, довольно такой большой лимит, я смотрю, у них. Даже не сдох эти. И очень сильно на вшей похожи. Вы получили скиллпоинт. А вот ачивку мне не дадут. А потому что мне ее дали уже в прошлой части. И засчитываться она не будет. Зашибись просто. Транс. Понимаете, я злой. И, кстати говоря, при помощи ПК не очень-таки удобно записывать. Появляются графические глюки, с которыми сложно совладать. Вот я сейчас, он возьмет золотой болт, и я объясню, как это работает. Смотрите, я пишу видео с PS3 в 60 FPS. При записи в 60 FPS происходят графические глюки. Их можно убрать, поставив ограничение на 30-ку. Но мне такое предложение, мягко говоря, не нравится. Потому что, мол, карта захвата записывает 60, причем без потери FPS. И мне, в принципе, этого хватает, и я хочу записывать 60 FPS. Что это плохого? Да. Блин, мне ж теперь снова сюда придется идти. Боже мой, как я ненавижу это место. Но то я теперь, кстати говоря, все пройду по-быстрому. А это плюс. Сдохните. Сдохните. И кстати говоря, задержки-то нет. Вот ведь офигенно. Вот прям, знаете, камень с души упал. Вот так мне записывать надо сюда больше. Просто пялись в телевизор. Без какой-либо задержки, без проверяния, не зависит ли программа для записи на компе. Такое, кстати, тоже может быть. Вот просто хочу выговориться, потому что мне тут все забралось сейчас. Так, куда мне это... А, все, я вспомнил, куда мне это дело тащить. Фух. Кстати говоря, здесь же вроде два золотых болта. Мне вот кажется, что один из золотых болтов вот тут. Возможно, кстати говоря, сомневаюсь. Ну-ка. Я кое-что тогда провернул, помню, при первом прохождении. Мне почему-то казалось, что тут золотой болт. Но, по-моему, я ошибаюсь. Ну, там на дне что-то есть. Возможно, кстати, и на дно я схожу. Или же вот в одной из таких комнатах он был. Вот не особо помню, если честно. Такс. Окей. Вот, блин, мне вот так записывать куда приятнее, если... Чем... А может реально тут золотой болт? Наверху? Интересно. И давайте-ка опустимся, мягко говоря, так на днище. На днище морское. Кстати говоря, по сути, это же холодная планета. Тут все должно быть заморожено, но нет. Такс. Отлично. Чё-то откуп. Да, тут у нас ничего нету, к сожалению. Даже обидно как-то. Но ничего. Нет, у нас, к сожалению, тут просто болты. Жизнь, бой. Ай, ты быстрее можешь плыть? Ах, да, у меня же еще нету этого, как его. Короче, пака, чтобы под водой быстро плавать. А, на этой планете, кстати говоря, его и получу. Блин, я тут кое-что вспомнил. Я ж не так пошел, когда я записывал. Мне нужно было еще назад пойти.
где у меня тоже была комната. Знаете, что там? Да. Ой, блин. Там, короче говоря, мы найдем одного парня, у которого сломан бур. Если же мы его починим, то он нам даст равитан. А равитан даст нам возможность купить ту штуковину. Так, аккуратненько. Тут они меня съедят, мягко говоря. Вот. Так, вот они. Вот теперь я могу их спокойно убить. Ой, боже мой, как их просто проседают. Знаете, мне все-таки... Я этой комнаты раньше не видел. Лол. Допустим. Но все равно тут нету золотого болта, что обидно, я так надеялся. Кстати, насчет комнат, их же тут много. И, возможно, в одной из них находится сокровенный золотой болт. Или же нет. Все-таки даже обидно. Нет, в этой комнате нету. В той я уже уверен, что нету, так как я там в прошлый раз был. Даже обидно как-то. Ну, а тут ничего нету, тут только жизнь. Вот, видите, пустая комната. Ой-ой-ой, так можно было упасть. Давайте-ка сразу вот перепрыгнем. Эти деревья можно перепрыгнуть, да? Но тут ничего нету, смысла нету. Давайте-ка еще с этой стороны обойдем. А, хотя тут тупик. Хм, прикольно такое местечко. И еще, собственно, кто? Эй, бадди, что шейкин? О, мой гуднес! Aren't you just a little angel? Actually, I'm a little robot. You're funny too. Yeah, looks aren't everything. You be nice. I think I got something special for you. How would you like a hydro pack up? Меня напугает. That would be quite helpful for swimming underwater. Whatever. 2000 болтов. 2000 болтов за гидропак. Ну, естественно, я куплю. You look so handsome. Thank you, miss. Your craftsmanship is excellent. If you two are through, jealous? You come back and see me any old time. Your hydropack. Это странно. Это просто капец, как странно, если честно. Ну так вот, давайте-ка мы вернемся на пару секунд назад, именно вот сюда. Кстати говоря, я могу честно сказать, где находится у нас турелька. Она, вот она стоит наверху, вот, вот тут именно, так что, в принципе, все нормально. Дай нас вперед. Врагов я помню. Вы меня тогда в прошлый раз убили, потому что я как дурак побежал. Вот тут я не особо понимаю прикола. Смотрите. По сути, эти штуки должны активировать так, чтобы лучи пропали, но... Смотрите на это. Прошел. Как это понимать? Ту я не нажал, да и пофиг, я все равно пройду. Какого черта? Допустим. Мне все-таки кажется, так быть не должно. Вот тут, кстати, если... Был проем, можно было бы золотой болт спрятать. Вот тут я уверен, я получу урон. Так что делаем вот так вот. О, теперь тут открыто. Нормально. Не, я уверен, это какой-то глюк. Такого быть банально не должно. А вот это просто смешно. Капец, ну-ка. Было бы смешно, если бы отсюда можно было добраться. Но я экспериментировать сейчас не хочу. Так что идем сюда. Ой-ой-ой, аккуратнее. Да ладно! Серьезно? Когда я первый раз проходил, я это место с первого раза прошел. Причем без смертей. Вы обнаглели? Вот видите, а третий не нажимается. Мне кажется, они специально это сделали, так как это место достаточно-таки багованное, я смотрю. Нет, я все-таки подальше пойду. Вот еще раз на перекрестке, когда они так будут. Вот сейчас. Так. Отлично. Давайте-ка посмотрим по сторонам. Тут ничего нету. Так, да, если я в воду упаду, то я стану ледышкой. Так.
Сдохни! Ах ты ж мелкий засранец. Серьезно? Выглядит как вши. Так, 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 так. Вот сейчас. А, отлично. Угу. Шикарно. Просто я даже не знаю, о чем поговорить. Ну, допустим, я заказал вип-бат от Xbox One. Он мне пришел. Он шикарен. Что еще сказать, я не знаю. Я теперь не... А, я теперь не эксплуатирую геймпад от PS3 для компа. Боже мой, вы только на это посмотрите. Он явно чем-то недоволен. А вот это вот жесткий аимбот. Ой-ой-ой, главное не упасть, главное не упасть, главное не упасть. Бомбу я, пожалуй, обойду. Вопрос к разработчикам. Вы еще тоньше ее сделать не могли? Я только что вспомнил, я же прыгать умею. Да ладно, я впервые это сделал. А, хотя мог спокойно насквозь прыгать, даже не парить. Мне кажется, это место багованное, может тут есть золотой бомб. Нет, зато тут есть вот эта штуковина. Зачем, которая, я не понимаю. Возможно, она была создана разработчиками специально. А тебя со спины покушать можно? Нет. Хотя было бы прикольно. Ладно, все, давайте к ним подойдем. Is there a problem, sir? Y'all wouldn't have any spare parts, would you? Help yourself. These dang rocks are too tough. I keep breaking my drill. That rock is raritanium. Let me look at that drill. Well, shoot my dog and call me Sally. Thanks, partner. No problem. I suppose I could take that rock off your hands, too. Heck, here you go. You obtained some raritanium. Мы получили раритан. Я считаю это просто шикарным. Ладно, поскольку у меня еще нету реактивных ботинок, идем по старинке. У меня снова все враги респаунились. Это плохо. Я не купил патроны. Это вдвойне плохо. Тут у нас сидят, мягко говоря, я буду называть их кемперами, так как они скрывались. Хоп. Тут, я помню, будут бомбы. Я пустил Райна раньше времени. А вот теперь сдохни, сдохни. Порядок. Тут, я помню, сейчас вылетит большой уродец, которого сразу же убиваем. Здесь опускается платформа. Угу. Здесь на меня нападает кучка уродцев. Здесь вылетает громадный ублюдок. Что дальше? Дальше мы поднимаемся наверх. Где меня атакует армия вшей. А, нет, не атаковали. А, сейчас меня бомбочки будут атаковать. А вот теперь меня будет атаковать армия вшей. Теперь делаем вот так. Прыгаем, мягко говоря, вниз. Блин, а это по-другому сказать и нельзя было. Ну, в общем-то, у меня тавтология снова начинается. Так, тут на меня выходит еще несколько ублюдков. По крайней мере, должно было выйти. Такс. Окей. Ну, я помню, они раньше на меня бежали. Вот ведь один сидит. Ну, тупые. Вот, вот сейчас они на меня выйдут. Я только сейчас это заметил. Серьезно. Допустим. Ну как ты? Too late. The ship is leaving. Hang on. There's an old defense turret over there. Hey, are you thinking what I'm thinking? I sincerely doubt it. Да, тебе я тоже что-то видел. В принципе, все легко.
Такс. Мы не дебилы, мы сделаем вот так. Как я урон тут получил? Вы мне скажите. Так, стрелять на кружок, это я помню. Думаю, я это место легко пройду. Так. Ладно, пора бы вас уже уничтожить. Это вон, у меня уже что-то в хп снесли. Сейчас так много ты стал, чё, навредишь что-то? Так, ну уже. Так, с этой части есть. Сдохни. Сдохни. Сдохни, сдохни. Так. Дело дрянь, я смотрю, у меня. Ну, в принципе, я неудачно начал. Кстати говоря, тогда я это место с первого раза прошел. Что, честно говоря, странно. Учитывая то, как я это сейчас прохожу. То есть первая часть была более-менее удачной. Хотя я бы не сказал. Так, все, пожалуй, тут. Да. Вот все, пожалуйста. Ладно, мы не гордые, мы можем повторить. Да как я урон получаю? На меня уже турели стреляют. Как это понимать? Точнее, в меня уже турели эти стреляют. Так их мало еще, по-моему, уничтожить нельзя. Нет, их уничтожить можно, но смысла в этом не особо вижу. Нет, они, в принципе, не уничтожаются, надо сам корабль уничтожить. Так, давай. Да, собственно говоря, вот так я это и проходил. Я при первом их появлении сразу их убивал, когда они мне урон такой особый не могли нанести. Так, умри. Умри, умри. Чё, ты не умер, ты тоже умри. Ты умри. Ты умри. Часть корабля уже отвалилась, зашлись. Ты умри. Ты умри. Ах ты гад. Так, ты, пожалуй, сдохни, ты тоже. Ты тоже, я советую умереть, это будет лучше. Ты что, не подыхаетесь-то, а? Эй, алло! Вы что, обнаглели? Вы что, обнаглели? А, все. Готово. Инфоботик такой маленький. Мэн, you are about to embark on a very dangerous mission. We will be launching a heavily armed surprise attack from our new moon base against a completely unarmed planet. Actually, that doesn't sound too dangerous. Nevertheless, your orders are simple. Destroy anything that moves. Steal the power generators from Gorda City. Then destroy anything that doesn't move. Oh, and don't forget. Have fun. We must get to the moon base and stop Drek. No, we have to get to the moon base to find Quark. If Drek is there, Quark is probably with him. But Drek is going to destroy that city. We must get to the base. That's what I said. No, that is what I said. Fine. 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 Ладно. Думаю, туда мы отправимся в следующей серии. Ну а пока что... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии. Или же части. До сих пор не определился, как правильно это называется. В общем-то, всем удачи. А когда еще комментируйте. Всем удачи. Всем пока.